Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня последний день уже отдыха. Мы сегодня уже на сборах уезжаем. Наша сумка, мой рюкзак. И получилась еще одна сумка, потому что там кое-какие вещи для обзора. Плюс здесь сейчас я быстро все это уберу. Моя одежда. Часть одежды еще туда положу. И все, мы уже время 10 утра. Мы сейчас быстренько, очень-очень быстро кушаем. И за нами должен приехать свекор, и нас повезет. Короче, вот так. Я сажусь завтракать. Сейчас возьму телефон, положу сверху лук, размажу маслом и съем. Так, колбаски у нас, как всегда, этот, как же он называется-то? Не хозяйственный стол, а... Блин, забыл. Ну ладно. Короче, булочка, масло. Кстати, кто-то там масло поел. И сверху колбаска я буду сейчас мазать. И тут у меня квас. Кофе я сегодня с утра не пью. Наверное, я попью его завтра. Хотя завтра мы на дачу уже едем. Сегодня пятница у нас. У вас, конечно, не знаю, когда это выйдет. Она, представляете, даже так называется. Булочка к завтраку. Самарская область, город Отрадный. Советская 95Б. Состав. Мука пшеничная, дрожжи прессованные, соль, сахар, маргарин. Но без него никак, видимо. И вода, наверное, чтобы она мягкая была, маргарин. Надо будет попробовать дома испечь. Миндаль. Мягкая такая. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот такой бутерброд у меня получился. Там вид такой. Солнышком. Какой урожай. Какая вишня, смотрите. Бывает же такое. Прямо висит и висит. Кто там прыгает? Прыг, скок, зайка. Прыг, зайка, скок, зайка. Узнал, кто это? Батюшки, батюшки, что это у тебя? Ты встать не можешь? Ба! Скачет, скачет. Сейчас нога у тебя застрянет где-нибудь там. Лягушонок. Кто пришел? Кто это? Узнаешь меня?
За 2 недели-то. Что такое? Ты плакать что ли будешь? Опита? Да? Чего ты? Что такое? Чего? Чего? Что ты там с дедой клеишь? И тут все. И около кровати все содрал. Дима! Что это такое? Кошмар какой. Все поздирал. И там в углу содрал. Это только Дима так может. А там что, заклеил, да? А, я думала, тут прям это сказочный домик. О, смотри, тут как тебе сделали. Свежие обои сделали тебе. А, Дима. Дима гулять ходил. Дима в магазин ходил. Да. Дорожку сделали здесь. Там 2 лестницы, а вот тут вот и коляски. Нет, да? Тут коляски. Да, коляски, да? Коля. Да? Коля. Пришли мы домой. Смотрите, сколько купили масла. Оно всего лишь у нас по 90 рублей за пачку. Купила я 9 штук, хотя хотела взять, конечно, 12. Сейчас я буду их убирать в морозилку, аккуратно все разложу. Вот, и нам этого должно хватить на какое-то время. Но я еще, наверное, в понедельник акция заканчивается. Я еще, наверное, в понедельник или в воскресенье, скорее всего, пойду схожу. Вот, тут у нас вот осталось чуть-чуть. Хлебушек тут чуть-чуть есть. Тут вот это, кстати, был замороженный хлеб. Я еще до отъезда заморозила его. Классно получилось, он прям сухой, ну такой же сухенький, мягенький, хорошенький. Мне очень понравился. Вот. Банку приготовила. Здесь шалфей сушится. Ой, короче, сейчас буду спать ложиться. Ой, мыться сначала, потом спать ложиться. Боже, я так устала, это кошмар какой-то. Шалфей пахнет обалденно, понюхайте. Как он классно пахнет. Ну, я положила его на большой противень. Он чистый. Я обычно всегда здесь сушу. Вот. Ну, чтобы его перевести, конечно, пришлось его сложить там в несколько раз, чтобы он поместился в пакетике. На сегодня, наверное, с вами буду уже прощаться. Я уже там готовлюсь ко сну. Шампуни все свои принесла, кроссовки мои вон они стоят там. Вот, и завтра мы едем уже на дачу, сегодня пятница, завтра на дачу едем, и завтра уже увидите, как мы будем по даче скакать. Время, кстати, 10, уже 11. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, и всем пока-пока.